Dance for Life – «Танцуй ради жизни». Это проект, который объединяет, обучает, вдохновляет молодых людей из многих стран мира проявить свою активность и остановить проблему ВИЧ и СПИДа. В этом году к проекту присоединился Ленинск Кузнецкий. Волонтеры движения проводят профилактические игры в школах не только Ленинска-Кузнецкого, но и соседних городов. Проблема СПИД и ВИЧ, она остро стоит в нашей стране, потому что очень много болеет ВИЧ-инфекцией, и поэтому мы направлены на то, что наша цель такая, чтобы люди были более информативны об этой проблеме и знали, и не говорили, что нас эта проблема не касается. А каждого она может коснуться, если они не знают, как защитить себя. В этот раз волонтеры посетили учеников третьей школы. Уже в 13 лет многие ребята знают, что такое ВИЧ и СПИД. Но, к счастью, лично с этой болезнью никто не сталкивался. Каждый человек может столкнуться с такой проблемой. И для этого мы должны знать, как бы, чтобы предотвратить это. Если бы узнали о болезни близкого человека, я бы его поддержал, но все равно бы старался, не заразиться. Подобные встречи пройдут и в других школах города, а также на базе социального центра молодежи. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.